Здравствуйте, друзья! Зима продолжается, на дворе уже февраль месяц, и у меня опять много зацвело. Зацвело у меня много дендробиумов, еще пока вот только начинают цвести, дальше будет их больше. Сейчас очень цветет красиво. Это дендробиум у меня цвел в прошлом году. Вот еще цветоносов. Дендробиум, на бирке написано артист, но это не артист. Уже как-то рассказывала о нем. В чем у него приятность? Он очень приятно пахнет ландышами, таким вот весной-весной. И цветет он из старых пульп и из новых. Вот это вот, где цветоносы, это новая, а это старая. И он тоже также мне выдал два цветоноса. Дальше у нас здесь зацвела Котлея. Котлея очень интересный гибрид. Я и покажу ее бирку. И очень интересный цвет. Я попробую сейчас приблизить. Да, и вот можно, кайма по губе внизу имеет такую сиреневую окантовку, и цвет, наверное, какой-то больше сиренево-голубой. Очень красивый гибрид. И когда поставщик продавал, я привозила заказ, и очень мало людей заказал, по-моему, даже один человек. А попробую потом вставить фото поставщика, а в итоге расцвела просто вот нечто, нечто красивое, такой куст. Сейчас я попробую бирочку взять его. Вот его название. Пени Куруда Нагутата. Вот. Красавица. 4 цветка. И еще она цветет сразу. Выходит чехол и бутоны. Вот здесь еще рядом вырос рост. И в этом росте идут бутончики. Попробую заснять. Но, наверное, вряд ли. Не возьмет. Но скоро выйдут бутончики. Вот. Здесь цветет башмак. Башмак — это конколор на Лаби Вундер. И вот красавец. Очень красивый башмак. И что у него интересность? У него получается сепали не два, как снизу и сверху у всех башмаков. А вот попробую повернуть. А три, как у Котлеи. То есть два внизу и один наверху. Красивый большой. Это горшок, у него 15 сантиметров. Здесь я выставила на этот стол, что скоро будет цвести. Это Liptotes Bicolor. Вот они, цветоносики. Такие милые. И растение такое, как вальковатая ванда. Круглые полностью листочки. Вот еще. Получается, и со старых лезет ростов, и с новых. Вот они. Милая такая растение. Доцветает. Ушки опустила уже. Пурпурата надавиана. Пока еще стоит. Ансепс. Все цветет. Цветет долго. Там далее цветет French Fox. Расцвели все 4 цветка. Красивая она, яркая. Мне нравится. Так, дальше у меня здесь ванда будет цвести, сандериана. По-моему, я насчитала 12 бутонов. Здесь все так же цветет виноста. Виноза, наверное, правильно я забила название в интернете. Виноза. Вот, милая, очень милая. Кристата. Первый раз за несколько лет. В этом году тоже смотрю, у многих зацвела она. Не знаю, с чем было связано, но у меня не цвела долго. И в этом году прям пахнет, пахнет, как обычно мне пахнет весной. Цветки, ну, нарядные. Вот. Я бы назвала ее невестой. Так, ну и ради чего, конечно, затевалось это все видео, потому что цветет в первый раз, это все интересно.
Это Санта-Барбара Сансет. Красавица. Крупная, очень крупная. И цветки крупные, наверное, на уровне ансепса. Они будут одинакового размера. Цвет персиковый. На лепестках имеются вены такие. То есть, ну потрясающе. Вот они, эти вены. Венозный рисунок, как его называют все. Сначала распускаются цветки небольшие, а потом они вырастают в раза два. Ну и по цветоносу. У меня лично он вырос метровый. Цветонос шел 5 месяцев, как у ансепс, раз они расцвели в одно время. Но ансепс покороче. У этой побольше. А вот и само растение. Сидит она. В чем? Да в коре обычно она сидит. Даже я куски сосновой коры добавляла, у меня не хватало архиаты. И ничего, очень даже. Ну, вообще, вот эти все лоэлии, они то привыкли больше жить, расти на склонах, поэтому на деревьях. Поэтому, в принципе, ей не было это критично важно. Красивая. По-моему, даже есть аромат. Попробую поставить руку на фоне цветка. Вот она. Смотрите, огромный цветок. Красавица. Вот не хочет почему-то фокусировать. Ну и если на общем столе можно видеть, настоящая королева возвышается. Ну, вот такое маленькое зимнее видео про цветение. А, тут еще я все не сказала, что у меня будет цвести хильдопоксон. Она у меня уже цвела и вырастила. Цвела она со старых. И что она вот вырастила раз рост, потом вот он два, третий. Пока они еще не доросли такого большого, я покупала дельвонка его. Но зато все старые туберы решили опять цвести. Цветут вообще с таких мест, что даже не думаешь, откуда эти цветоносы. И вот они. Тоже цветок будет на уровне вот этого похож. Но больше будет, это гибридный тетрагонум. Поэтому вот он имеет такие бульбы. И цветок будет немножко вытянутый и будет больше крапа. Сидит он у меня в коре в чистой, ну, в архиате. И косичка тут будет цвести. Это целогина массенджана, она цвела, но этот цветонос будет огромный. Здесь будет он очень длинный, как на шишку похож. Вот. Ну, вот такой вот. Пока-пока!